Душанбе 12 января возле здания представительства МВД России по вопросам миграции образовалась огромная очередь, сообщает информационное агентство «Фергана». Агентство приводит слова одного из местных жителей о том, что в столице Таджикистана наблюдается активный интерес к программе переселения соотечественников. Из-за экономической ситуации в Таджикистане растет количество желающих уехать в Россию. На данный момент посетителей гораздо больше, чем сотрудники МВД РФ могут обслужить, исходя из возможностей пропускной системы представительства, объясняет он. Российские регионы направляют в МВД запросы о количестве граждан постсоветских республик, включая Таджикистан, которых они хотят принять на постоянное место жительства. Примечательно, что граждане Таджикистана и раньше проявляли интерес к данной программе по переселению, но только для получения документов для нахождения и трудоустройства в России, а их семьи проживали на территории Таджикистана. Но в последнее время все больше таджикистанцев решается покинуть свои родные места, переехав в другую страну. И не всегда это оказывается Россия. Экономисты отмечают, что причиной такого резкого тока населения является ухудшающаяся с каждым днем экономическая ситуация в стране, а также ужесточение политики режима Рахмона по подавлению любого рода инакомыслия. Автор,